Югорчан призывают принять участие в благотворительной акции «Твори добро». Напомню, жители округа собирают гуманитарную помощь нуждающимся, в том числе многодетным семьям, погорельцам и беженцам с Украины. Пункты приема работают по всему округу. Принимаются теплые вещи, обувь, школьные принадлежности, игрушки, предметы первой необходимости для детей. Официальным организатором акции выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Участвуют в ней и православные храмы. Сегодня к югорчанам обратился епископ Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Очень отрадно и приятно, что сегодня не в стороне ни политические силы, ни общественные организации, а все вместе пытаемся участвовать в этой акции. Сказано в Священном Писании, кто душу свою положит за други свои, тот действительно настоящий христианин пред Богом.